В этом уроке мы рассмотрим, как копировать текстовые стили, размерные стили и слои. То есть, когда мы создаем новый проект, у нас по умолчанию, если мы перейдем на аннотацию, то увидим, что у нас стандартных текстовых стилей всего два. Размерных стилей у нас также два, ну три вернее. И для того, чтобы начинать работать, нам не нужно создавать новые стили в этом документе, если у нас уже есть чертежи, в которых созданы подходящие нам стили. Даже если они не совсем подходят, но концепция у них такая же, мы можем их просто скопировать в данный проект и немножко изменить. То же самое касается и слоев. Давайте посмотрим, как это быстро делается. Для этого нам поможет дизайн-центр или центр управления. Эту палитру мы рассматривали в прошлом уроке. Комбинация клавиш для ее быстрого вызова Ctrl-2. Нажимаем Ctrl-2, и у нас появляется центр управления. В нем есть три вкладки. Сейчас нас интересуют открытые чертежи. У меня сейчас открыт чертеж 3, это новый чертеж, и чертеж планировки 25-17. То есть при активной панели дизайн-центр мы легко можем переключаться между чертежами. Для быстрого переключения между чертежами используйте комбинацию клавиш Ctrl-Tab. То есть нажимаем Ctrl-Tab, и вы переключаетесь на другой чертеж. Как видите, имя изменилось, то есть мы перешли на другой открытый чертеж. Если мы посмотрим сюда, то у нас здесь есть один пользовательский текстовый стиль – ГОСТ. Если мы посмотрим на размерные стили, то здесь тоже созданы новые размерные стили. То же самое и со слоями. Взглянув на слои, мы увидим, что здесь находятся слои, которые потенциально нас интересуют. То есть нам сейчас нужно быстро их скопировать в наш новый проект, для того, чтобы не создавать новые. Итак, для этого опять переключаемся на наш чертеж. Чертеж 3 он называется. А в центре управления, на вкладке «Открытые чертежи», нажимаем на узел чертежа планировки 25-17. У нас открывается список объектов, которые содержатся в этом чертеже. Он отображается как слева, так и справа. И из этих объектов нас интересуют размерные стили, вот они здесь, текстовые стили и слои. Для того, чтобы увидеть все размерные стили, мы два раза нажимаем на них, и вот они здесь появляются. Чтобы перенести их в наш чертеж, мы просто выделяем те, которые нам необходимы. Так, выделяется с зажатым Ctrl. То есть мы зажимаем Ctrl и выделяем те, которые нам нужны. Также можно выделить рамой. Выделили и просто-напросто левой кнопкой перетягиваете их в чертеж. То же самое проделываете и с текстовыми стилями. Нас интересует ГОСТ. Перетягиваем. И аналогично со слоями. То есть вы выделяете те слои, которые вам нужны с зажатым Ctrl. Вот я несколько для примера возьму. И также перетаскиваете. Все, после этого дизайн-центр нам больше не нужен. Мы его можем закрывать. И посмотрим, что у нас изменилось. Перейдем на аннотацию. Текстовый стиль у нас добавился ГОСТ. В размерные стили у нас также добавилась Architecture и Construction. Ну, то есть это те, которые мы выбрали. И SPDS еще. И также теперь нам не нужно заново создавать слои, потому что мы скопировали те, которые нам необходимы. Перейдя в диспетчер параметров слоев, мы можем их настраивать. То есть изменять какие-то параметры, например, цвет или имя. В общем, объем работы значительно сокращается. На этом здесь закончим, а в следующем уроке мы посмотрим, как можно создавать очень быстро пользовательские палитры с помощью центра управления.